Я двигаюсь в Одессу. Когда спросил себя WhatsApp, я понял, новый ждет этап. Пора стряхнуть остатки сна, чтоб вслед зиме пришла весна. Я осознал еще в апреле, как есть оно на самом деле, что жизнь привычная досель, мой парусник свела на мель. Тянулись годы и недели, я оказался на пределе. Все раздражает, бесит, злит, но это ведь душа болит. Она зовет, подумай, Миша. И вот теперь ее услышав, я вразумил, что время – дар, его не купишь за это как товар. Потратив все на сожаления, чужих людей, чужое мнение и грустно думанных проблем, потом останешься ни с чем. Освободив свои чертоги, покою я учился в йоге. Я сделал все, как старший брат. Похоже, время плыть назад. Прощай, Нью-Йорк и Брайтон-Бич. Пора заканчивать мне спич. И вот я двигаюсь в Одессу, чтоб там найти свою принцессу. Там буду гладить ее ноги, читая эти монологи и вспоминая эти дни, когда решил все изменить. Обнимаю всех.